карты. Зарекался. Зарекался. Не садиться с этим треклятым Лячкиным. Так нет же это. Сел таки, сыграл. И вот вам результат. Проиграл. 8 рублей. Каких радостей? Благодарю вас, тетушка. Великолепно. Вы всю ночь мне грязились. Ах ты, Господи. Я к вам так серьезно, а вы все время со своими неуместными шутками. Серьезно? Да. Давайте. Извольте. Будем говорить серьезно. Давайте. Вас действительно интересует, как я нынче спал? Что? Если я скажу, что плохо. Вы будете в трауре, а если скажу, что хорошо, ликованию и радости вашей не будет границ. Я вас не понимаю. Вот это сказано хорошо. Искренне. Конечно же, вы меня не понимаете. Не дергайтесь. Лично против вас, ей-богу, тетушка. Против вас я... Ничего не имею. Нет, нечего сказать. Сидите и молчите! Прибавляться, да ведь все.
Всем! Всем, абсолютно всем! Вот, даже маленьким детям! Вот! Всем об этом известно! Что ты здесь делаешь? Марш за уроки! Мерзавец! Не хочу забыться! Не желаете вы моего счастья, конечно, вам и Ганенька только не радствовать! А вот возьму вам на слово по секрету заветного обожателя, усатого гусара, убегу с ним и тайно обвенчаюсь! Что? Ах ты беспутная! Да кто вбил тебе в голову такие глупости? Ну смотри, у меня ведь недолго. Я на кухню горшки парить пошли. Так, маменька! Я вижу, вам угодно спровадить меня на тот свет раньше времени. Что ж, пожалуй, я уже так, как муха кашляю. Ну, полно. Дай-ка я тебе слезоньки-то поботру. Вот. Сваха обещала прийти, пусти ее на Умовна, с ней вы и потолкуем. Ой! Да вот и она. Что это у вас есть, такие крутые, серебряные? Нашла? Здравствуй, Устинья Умовна. Здравствуй, Настасья Павловна. Как спал, ночевала. Вся лежала, серебряная. Да слава Богу, все в порядке. Живу, хлеб жую. Вон, все утро с дочкой валяюсь ничем. Да ты, что ж ты стоишь-то, как пушка на колесах? Ты проходи, моя хорошая, проходи, садись, гостья наша дорогая. Что ты туда, да, самое почетное местечко. Не выпьешь ли водочки с дорожки? Можно! Можно, серебряная моя. Да. Ну, до свидания со мной. Да. Ну, что новенького? Видишь, дочка-то у меня тосковалась совсем. И в самом деле, Устинья Умовна, ты ходишь, а толку нет, ну, никакого. Да свое ж не сразу сладишь. Дяденька вон твой. Да богатого, да чтоб приданого поменьше ловит. У маменьки, у Настасьи Павловны, тоже свой интерес. Непременно ей подавать купца? Не хочу за купца. Ну зачем я разве так воспитана? Учился по-французски и на фортепиано, и танцевать. За военного хочу. Что мне в твоем купце? Какой он может иметь вес? Где его амбиция? Мочалка мне что ли его нужна? Ну знаешь ли, тятенька твой тоже не оболваненный какой. Да и борода у него не обшарпанная. Да целуешь руку. Одно дело тятенька, а другое муж. Ты не так плакать собралась? И думать не могу. Лучше погляди, каких я тебе женихов подыскала. А сколько их много? А на твой век хватит. Один не понравится, так другого подберем. А военные среди них есть? А как же? Вот, Балтазар Дживакин. Вот тут служил. А сколько ему лет? А молодой еще? Лет 50? 50 еще нет, ну. Стар больно. Ну, а еще кто? Ну, коли хочешь помоложе, так возьми Никанора Ивановича, Анучкина. Деликатный такой, а губы, мать моя, Марина, а как субтильный такой, ножки узенькие. Ну, тоненькие, ну, стройненькие такие, ножки. Нет, я субтильный как-то не того. Чего я не вижу? Ну, коли хочешь поплотнее, возьми Ивана Павловича, я в Зигуртора. Вот, и этот барин, как барин, крупный, славный такой, вот в эти двери вот не войдет, вот такой славный барин. Ну а фамилия его как? Хорошая фамилия у него, русская, Иван Павлович, я лично не так. Ну да, фамилия, маменька, как же это, если я выйду за него замуж, я буду называться Лизавета Семеновна Яичница? Ну, погоди, шкафа-фрутка. Ну, коли уж тебе и прозвище не подходит. Ну, так и будет. Ну, возьми тогда. Акимфа Степановича Пантелеева. Чиновник.
Титулярный советник. Маленько заикается, правда? Да. Но очень скромный. Ну, выбирай, ягодка моя. Выбирай. А ну и покорми. Ну, коли женихов больше нет, тогда до завтра, Устинья Ивановна. Ты нас не торопи. Дочке подумать надо, завтра приходи. А может, мы всего? Так как еще нас там? Так до завтра нас приправлю. Кого же выбрать? И что-то из них ни один не приглянулся. Ой, дочка, на тебя не угодишь. Здесь ты не спеша появилась. Yeah.
наши двое. Учишь? Зима, крестьянин торжествуя, на дронях обновляет путь. Кто это торжествует, Ваня? Крестьянин торжествуя. Расторжествовался, а? Влепить бы ему десяток горячих, небось бы не торжествовал. Лучше подать и исправно платил, чем торжествовать. Вот заплатил налоги и спи спокойно. Его лошадка снег почуя, его лошадка снег почуя, придется рысью как-нибудь. Еще бы, вскачь бы она понеслась. Рысак какой нашелся. Кляча, она кляча и есть. Вот! Вот! Да не пугайся, это не тебе. Надо было мне это с маленькой не ходить. А пойди я с туза рев. Я бы без двух. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадил, себя в коня пригласил. Да, бегает, а чёрт-то. Видать, наелся, потому и бегает. А родители же, нет, ума, ребёнка к полезному делу приставить, там дрова поколоть или это, священное писание посчитать, всё лучше, чем собаку. Собак, не проехать, не пройти. Вот надо было уезжать. Сразу и уезжать. Поужинать и в карты не садиться, а уезжать. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно. Грози. Лень-то спуститься, шубейку-то. Задрать пацаненку-то, чик-чик-чик. Вот это воспитание. А это либерализм какой-то, а не воспитание-то. При таком-то воспитании, глядишь, вырастет пьяница. Или это революционер. Или этот, ну как его, ну, о, маньяк. Не дай бог, это страшная вещь вообще. А так... Пальцем грозить, да? Ваня, а кто это написал? Мальчики кровавые какие-то ездят. Пушки папеньки. Маменьки грозят. Какой? Неужели тот самый? Ну? Да не может быть, не. Мама с пальцем. Это... Зима. Нет, это чудак какой-то. Нет, не тот. Вот ведь разбилась писа. Пишут и сдают тысячными тиражами. Деньги лопатой отгребают, а тут трудовую копейку. Восемь рублей? Что же это такое? Ваня, иди сюда. Я тебя выпарю за то, что ты вчера окно разбил. Полно, полно, Сёмушка, полно. Он же ребенок, ну не будь с ним слишком строгим. Ну что с тобой? Он и тетушку ты утром обидел. Ну зачем? Зачем она разговаривает? Ну нельзя же все время молчать. Можно. Коли сказать нечего, можно. Она не молода, но старость надо уважать. Что? Дорогая, скажи мне, ради бога, у нас есть в гостиной старый ковер. Ты велишь слугам регулярно палками выбивать из него пыль. Умоляю, молю, позволь мне делать это с теткой. Оба старые и оба пыльные. И все же, друг мой, ну будь с ней поласковее. Ну, прошу тебя, хотя бы ради меня, ты же можешь. Ну вот и славно. Но не забудь, сегодня мы ждем гостей. Постарайся хотя бы при них держать себя в руках. Попрошу мне не указывать! Thank you.
совсем другие слова. Наверняка сказать не могу.
Он сегодня узнает. Он пригласил меня в сад. Там за трудом много рыбы. Счастливые. Хоть бы мне полюбить кого-нибудь, пока маменька меня за этих не отдала. Вот кого военного. Ничего более занятного, чем слушать ваш голос. Только не смотрите на меня, это эскап ужас. Ну, хорошо. Причудливо смешались свет и тень, вдали аллея солнца залета, и щуря счастье в лепестках сирени. Привычной мечтой занята, а счастья нет. Почему я безнадежна? Неужели найти его не суждено? И вдруг сирень брошена небрежно. Шаги. Ты здесь. О, счастье, вот оно. Я люблю вас, Алеша. Сонечка, милая родная. Сам шел к вам с намерением открыться. Я сгораю от любви к вам. Конечно же, правда, милая, чудная Соня. Лучше вас нет для меня никого в целом мире. Я люблю вас. Синий мрак ночей сияет мне краса твоих очей. Мне много благ сулят они. Не обмани, не обмани. Мне много благ сулят они. Не обмани, не обмани. Как диск луны дрожит в седых волнах. Thank you.
гордостью они не обмани, не обмани. Сияют гордостью они не обмани, не обмани, не обмани. Приглашай. Ура! 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 Ура!
А это что такое? Позвольте вас. А это наш сын Андрей, закончил юнкерское училище и только вчера прибыл из Петербурга. Безумно счастлив, молодой человек, безумно счастлив. Кстати, за счет Петербурга, мы же нам садимся. Новоиспеченный офицер пошел по моим стопам. Красавец! Мы очень рады принимать вас у себя в гостях. А это моя дочь Лизонька. Мне очень приятно познакомиться с вами. Я давно не видел таких красавиц, как вы. Мне, право, неловко слышать такие комплименты от человека, приехавшего из Петербурга. Неужели столичные девушки не хороши собой? Я не замечал. Я умру, если этот противный мальчишка нас выдаст. Не беспокойся, скоро мы сами попросим благословения твоей тетушки. Нужен подходящий момент. Начну я постепенно очаровывать. Василий Платоныч! Да-да. А вы слышали, как поет Анна Мартыновна? Нет. Неужели? У нее очаровательный, божественный голос. Анна Мартыновна. Ну что вы, молодой человек, не преувеличиваете? Не, ну Анна Мартыновна, ну спойте для нас, пожалуйста. Ну нет, я сегодня не в голосе. Нет, я не понимаю. Ну умоляю вас, спойте одну только нотку. Ну, попросим, господа, одну только нотку. Нет, ну вы просто безжалостны. У такого жестокого существа, позвольте вам заметить, и такой чудный голос. Да с таким голосом, простите за выражение, не в огороде копаться, а в публичных собраниях петь. Да спойте же для нас, пожалуйста, Анна Мартыновна. Ну что с вами, батя? Только не на фортепиано. Соня! Гармонь! У меня есть такой любимый романс. Да-да-да. Динь-динь-динь называется. Динь-динь-динь, колокольчик звенит,
не важно. Тетушка. Слабовато. Господа! Господа, Семен Ильич просто изволит шутить. А сейчас всех к столу. Замечательно. На стол, да? Ванечка, ты как вырос! Ну, совсем кавалер! Он истинный джентльмен, а какой прекрасный оратор! Что вы говорите, уверяю вас? Так, может, Иванович скажет вам что-нибудь? С радостью, мадам! Сказать? А? В чем дело? Маша, Маша, ну что за странная реакция на желание мальчика сказать речь? Что за манера? Просим, Ванечка, просим, солнышко. Скажите, сударыня, отчего говорят гимн Азия, а не гимн Африка? Что это? Гимн Азия? Ну, гимн Азия, гимн Африка. Азия, Африка. Что это за каламбуры? Довольно, сыночек, сядь. Съешь котлетку. А чего говорят? Говорят, кот лето, а не кошка зима. Какой глаз говорит? Кошка зима? Мой Борис хочет, чтобы его выпороли. А чего выбрали, а не выбрали? Ой, я могу сказать, а чего говорят дверь, ну, дверь, а не говорят дверь, сомневаюсь. И это куда? А чего говорят? Закусывайте. Панталоны, а не хам-купоны. А вы не находите, Семен Ильич, из Замона, хам-купоны? Очень смешно. Я, может, ослышалась, но вы ничего не так.
вчера пила, и третьего дня пила, и завтра, да, и завтра я буду пить. Собой. Да. И говорит, и завтра буду пить. Какая загадочная. Анастасия Павловна, будьте добры, кусочек селёдочки. Прошу вас. Ой, ну чё? На сколько? Это селёдка? Все его суверены, это селёдка. Селёдка. Самая настоящая. Дайте мне селёдку. Ну ведь вы же сказали! Это экземпляр, не обращайте на неё внимания. Я хочу есть селёдку. Селёдку. Селёдку? Это лук. Это лук. Я люблю лук. Я хочу много всего. Много селедки. Луку много я хочу. И вообще, я так и хочу есть. Я хочу пасть. Смотрите все. Я ем селедку. Просто разыгрался аппетит. Потянула на солененькое. Ничего страшного. Но какой эффект, господа! Я чувствую, что нашел достойного собеседника. Мадам, оставьте селедку. Это капитан. Оставьте. Да, девочка тоже. Она не притронулась, все стерильно. Капитан, я думаю, что именно с вами мы, наконец, сможем удовлетворить духовный голод двух интеллигентных людей. Мадам, куда же вы? Скажите, я давно хотел вас спросить, как вы думаете, эротическая эротика с точки зрения эротствующего, нет, эстетствующего эротомана, имеет ли право на жизнь? Едем с целью, дорогой муж. Как? Едем с целью. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не зашла заря. Да, но церковь заперта, нас не пустят. Предлагаю рыдать прямо здесь, я готов. К чему? Я знаю, что я проклята. Что спасения нет, моя душа. Рыдай и просится наружу. Мадам, рекомендую вам помочь ей выбраться. Дымок от папиросы взливается лаем. Дымок голубок, призрачный, как радость в тени мечтаний. Одиноко, и душа тоски полна. Ну, молим, проходит счастье мимо. Как я знаю, ты не вернешься никогда. Дымком от папиросы, дымком голубоватый. Дай добро ствол, а моя. Ужасно. Чего я смотрю на вас? Хотел бы я знать. Я вам скажу. Смотрите на меня. Слушайте меня, я хочу. Да. Вы слышите меня? Я хочу. Да. Чтобы вы дали мне сейчас же, вы слышите сейчас? Да. 25 рублей. Как? Да,
Я хочу, чтобы именно вы, именно мне, именно... Да, и именно... Да, вот так вот. Два. Да, но... Уходите, не оборачиваясь! Идите скорей! Еще скорей! Уходите навсегда! На всю жизнь! На всю жизнь! Вот это да! Какая она сегодня? Загадочная! Сказала, чтобы я не оборачивался! Может быть, она полюбила меня прямо вот сейчас. Вы слышали? Да, нельзя. Нельзя сегодня ее оставлять ночью одну. Я проконтролирую. Ну да. Проконтролируй, пожалуйста. А то ведь она, наверное, застрелится с этими стульками, которые ей принесут во вторник. Thank you.
Не будешь, не ты станешь, я говорю.
больше всего нравится, Елизавета Семеновна? Зима или лето? Ну, лето. Летом лучше. Летом можно гулять. А зимой кататься? А летом всякие цветы расцветают. А зимой весело на святках, на масленице. А летом всякие ягоды поспевают. Какие ягоды вы больше всего любите? А вы какие? Клубнику со сливками. А я крыжовник. Вы шутите? Крыжовник, он же... Я этого не боюсь. А вы разве боитесь? Что вы говорите? Я вас не понимаю. Но вообще, что вы больше всего любите? Вас. А вы? Не подходите ко мне близко. Какие немилости. Мужчинам доверять никак нельзя. Лучше оставьте меня. Какие жестокости. Лизавета Семеновна. Ну, Лиз, поверьте, это порыв чувств. Я влюблен с первого взгляда. Лизавета Семеновна. Не гони меня, слив меня. Пережить осталось мне жалко, пусть же он.
Лапкин, Настасья Павловна. Я люблю вашу дочь, прошу ее руки и вашего благословения. Матушка, батюшка, благословите и вы нас. Как неожиданно. Ну что ж, я согласна, дети мои. Ну и я не против. Будьте счастливы, дети мои. Маменька, ну раз сестрица выходит замуж, пора и мне ответить, а помочь? Женихом? Каким еще женихом? Кто же он? Я. Это я, тетушка. Мы с Грузиной давно любим друг друга. Нет, ну и что теперь нам с ними делать? Матушка Анна Мартыновна, что вы на это скажете? Да, вот что нам с ними делать? А? Вот что вы на это скажете? Видно, придется. Да. Благословить. Добрейшая Анна Мартыновна. Ой. Позвольте называть вас тетушкой. Ой, да вы моя душа. Будьте только счастливы. Да, будьте только счастливы. А будет прямо счастье. Погоди, Цыган, расскажи, что она ждет. Есть достойный повод! Так выпьем за счастье молодых! Тима!